На форуме были полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С участниками смены «Культурный бум» и «Творческой молодежью» они обсудили вопросы развития театра, в том числе народного. В рамках форума прошел второй окружной фестиваль молодежных театров. Свои спектакли показали победители регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье». Это уникальное событие в ходе «Года театра в России», отметили эксперты Иволги. Также были затронуты темы сохранения культурного наследия, реставрации памятников архитектуры, а также можно ли считать искусством граффити и какова грань между творчеством и вандализмом. Все были шокированы случаем в Самаре. На Ленинградской граффити нанесли поверх фасадной дореволюционной рекламы. Молодежь убеждена, если человек считает себя художником, он должен иметь кодекс чести. Это здание, доходный дом, по-моему, был. Это культурная память, которая как раз, и у нас у человека должны быть ценности того, что мы должны сохранять ту историю, которая была до нас, и нельзя ее портить. Дмитрий Азаров поручил мэрии Самары отобрать спецплощадки для стрит-арт художников и заметил, что высококлассные примеры росписи домов появились в Самаре перед чемпионатом мира по футболу, и лучшие граффити о российской сборной сделаны именно в 63-м регионе. Шатер смены «Иволга Интернешнл» стал основной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, идей и проектов, связанных с евразийским гуманитарным сотрудничеством. За время проведения форума родилось 85 инициатив по проведению совместных международных мероприятий. Это по-своему уникальная площадка, необходимость которой во многом определяется тем, что перемены в мире настолько быстры, что просто усовершенствование уже работающих процедур недостаточно для того, чтобы ощущать себя устойчиво, в том числе и в такой важной сфере, как социокультурное развитие. Подводя итоги Иволги, полпред президентов ПФО Игорь Комаров отметил в первую очередь особую атмосферу форума. Я бы хотел выделить, на самом деле, дух Иволги. Действительно, отношение тех, кто здесь собрался, ребят, которые действительно чувствуется, что серьезный отбор произошел и большое желание тех, кто приехал сюда и участвует в работе здесь, в общении. И у данного форума есть будущее, и по праву он считается одним из самых популярных, самым, наверное, хорошо организованным и самым востребованным форумом молодежным. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, самый главный эффект молодежного форума происходит тогда, когда его участники возвращаются в свои города и поселки и реализуют проекты, причем не только свои, но и коллег из других регионов. Сегодня это большая команда Иволги, которая формируется на протяжении многих лет, уверен, создает очень успешное будущее развития Приволжского федерального округа, наших городов, наших сел, наших регионов. В заключительный день Иволги Дмитрий Азаров пообщался с самарской делегацией, самой представительной на форуме – 650 человек. Регион стал и лидером по количеству выигранных грантов. 14 проектов, 10 от ПФО и 4 от Росмолодежи получат поддержку на общую сумму более 3 миллионов рублей. Еще 6 проектов поддержат партнеры форума. У Самарской области также самое большое количество экспонатов на выставке научных достижений – 10 из 48. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.